В инженерном институте Казанского университета состоялся научно-практический семинар «Контроль качества дорожно-строительных материалов». Проблема дорожных покрытий – одна из самых важных и первостепенных. Никто не станет отрицать, что проблемы есть, но ведь для того они и существуют, чтобы их решали общими усилиями. Правительство работает над тем, и компании дорожно-строительные, чтобы улучшить дорожное покрытие, все сделать наши дороги лучшими. Такого рода семинар, он станет началом большой совместной работы вместе с предприятиями дорожно-строительного комплекса, которые могут использовать в полной мере возможности Казанского федерального университета. Организаторами данного семинара выступил Институт геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального. Сегодняшняя тема посвящена, научно-практического семинара посвящена исключительно новым подходам для того, чтобы оценить качество битумов и асфальтобетонов. Это американская система SuperPave. Помимо гастированных методов анализа на битумы, значит, мир шагнул дальше и применил и предлагает использовать новую программу, которая используется в мировой практике. Эта система SuperPave, помимо стандартных методов анализа, позволяет изучить старение битумов, которые используются в качестве скрепляющего материала при укладке дорог. Многие приборы уже имеются на кафедре высоковязких нефтей и природных битумов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Это итальянские установки МАТЕСТ, допустим, для определения старения битумов. Это сопротивление колеобразованию, значит, это пресса для получения асфальтобетона. Все это есть. Сейчас нужно понять, в правильном ли направлении идут работы в этой области. Для этого и была приглашена на конференцию известная московская фирма «Инфротест». Ведущие специалисты не только поделятся теоретическими знаниями, но и покажут все особенности программы SuperPave на практике. Важным является не только улучшение качества дорожно-строительных материалов, но и обучение сотрудников. В Центре маркетинга Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ разработана очень широкая программа для переподготовки специалистов дорожных организаций. Мы будем разрабатывать подходы для дистанционного обучения. Будем, значит, делать программы, отрабатывать программы для того, чтобы с выездом на место непосредственно. И также приглашать их сюда на вот эти семинары, на эти школы, на эти мастер-классы. Именно сконцентрированы на проблемах дорожного строительства. Дороги должны служить долго, а для этого необходимы качественные материалы и хорошо обученные специалисты. А научно-практический семинар стал хорошей отправной точкой для дальнейшей работы в этом направлении. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универньюз.